Ну что ты будешь палить? Надо что-то рассказать, наверное. Я когда что мне нравится, говорю, у меня голос повышается. Мерзкий такой становится. О, трехколесный, у меня тоже был, у меня два брата старших. Ну, один двоюродный, а другой родной. И я помню, все же стоя катаются. Я такая, надо тоже встать. И я так, а он старенький был. И я так встала, и ручка, вот эта вот, ну, руль, короче, сломался. И я пришла, Петя, почини мне. И он какую-то Т-образную палку, ну, сделал, и все. На этом моя история с велосипедом закончилась. Вот только там до 4 класса. У меня есть две сумки, и к ним один ремень. И этот несчастный ремень порвался, и пришлось взять тюкообразную эту сумку. И как говорит моя бабушка, что я хожу как мешочница. Надо, потому что какая-то женщина один раз того выпрыгнула и после этого закрыла. Но это Мариинский дворец. Все, началось, не могу вставить иголку. И она такая, Ирина Порфирьевна. Ну зачем? Ну надо внимательнее быть. Ну зачем вы торопитесь? Ну внимательнее. Понимаете? Ну мы же художники. Ну у нас же с головой. Ну не все так, понимаете? И потом. Мы должны внимательно все смотреть. И потом, ну зачем нам торопиться? Зачем? Ну мы же уже там, в стране искусства. А я сидела, и мне вот эта вот пауза, вот эта. Ну зачем? Мы же уже там. Ну, я повернулась в стране искусства. Вот. Надо будет как-нибудь, может, написать. Ну, не знаю, что рассказать про себя, господи. И я, значит, иду, поднялась. И все такие, типа, есть вот списки, у кого точно два. Я подхожу, а там он стоят просто так вот. Ну, второй мастер. Я так вижу, там в конце списка Павлова. И я спрашиваю, это все? Он такой, ну, типа, вот, пробуй. Типа, пробуй, не сдавайся. Нет, не сдавайся никогда, просто пробуй, типа. Я так развернулась, сделала пару шагов. Но это, черт побери, обидно же. Как бы. И я в слезах. А идут люди навстречу тоже, и они все такие. И иду я вообще совсем просто. Мне было так, не знаю почему, но это было ожидаемо, но в тот момент у меня рухнул мир, так, рухнул. Я с этим планшетом шла по Маховой, повернула там на Пестеле, на Литейной, через Литейную, на Кирочную. Я иду по Кирочной, и я думаю, зачем вообще вот это нафиг искусство, кто это придумал, просто надо быть... Не знаю, обходчиком путей, просто вот обходить эти шпалы, надеяться, что ты в душе Ренуар или Сезанн, и вообще нафиг вот этим заниматься. И мне было так вообще тут мир, у меня мир рухнул. Но потом я включила телевизор, а там было интервью с актером. И он что-то такое вообще говорил. И я поняла, что ну ничего страшного. А потом, спустя пару часов, я поняла, что это был вообще ожидаемый эффект. Ну, как бы понятно, что без подготовки, без всего прийти, когда девушка рядом со мной стояла, она просто такая оп-оп-оп-оп-оп, и все уже готово. А там оценку ставили прямо ну, сразу после рисунка. И видно, голова Иисуса упала в тот момент, когда мне ставили два. И вот эта голова из 12-летнего Иисуса.
вроде Иисус. Ну, было написано в интернете, да, а там копия висит. Ну, такая вот у него просто история с этой картиной несчастной. Я ее повесила повыше. Не должна теперь упасть.